Всем привет, вас снова, я Бакфак. И сегодня я смотрю поединок Нокаут 26 сентября. А это чемпионский бой в кулачных боях между Валенсией Хантом и Крисом Камоши. Сейчас, на мой взгляд, здесь Шат нашел в позу Камоши, и думаю, что он идет в поводу нокаутом третьем раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также потрудитесь, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, но и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым на линк выходит Валенсия Джаггернаут Хант. 11 боев, 10 побед, 9 из них нокаутом и 1 поражение. А вот появляется и его оппонент. Крис Камоши. 2 боя, 2 победы, 2 из них нокаутом и ни одного поражения. Нам представляют Балышов. Саша Деффель напомнил большим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали! Попадает чемпион, президент помахивается, чемпион точен. Мимо. Поддавливает Хант. Неплохо. Мимо. Мимо. Восьмин. Попадает Хант. Мимо. Восьмин. Мимо. Попадает претендент. Мимо. Мимо. Точен Крылыш. Мимо. Попадает Камоши. Хант отвечает. Восьмин. Крылыш. Мимо. Мимо. Камоши попадает. Неплохо сейчас действовал чемпион. Снова точен Хант. Восьмин. Мимо. Попадает Хант. Первый раунд завершен, и он за чемпионом. 10-9. Валенсия Because sometimes a judge has a tendency to forget what was done early, and
go and what went late. You hear me? This is your fight. Keep it up. Keep scoring points. Just keep throwing punches. Keep circling. И у нас второй раунд. Точен Кэрлиш. Снова попадает Камуша. Мимо. Камуша точен. Мимо. Помахивается чемпион. Претендент попадает. Мимо. Точен Кэрлиш. Мимо. Оба. Точен Хант. Мимо. Апперкот. Мимо. Хант попадает. Снова точно Валенша. Камоша точен. Неплохо. Восмин. Попадает Камоша. Точен Кэрлиш. Восьмин. Точен Камоша. И второй раунд все-таки минимально за претендента. Все с ног славным. 19-19. И у нас раунд номер 3. Сразу пошел чемпион в атаку. Попадает Хант, Камуша отвечает. Неплохо. Мимо. Восмин. Мимо. Снова попадает Хант. Неплохо. Апперкот. Восмин. Мимо. Точен Камуша. Хант отвечает. Неплохо. Точно Хант. Снова попадает Валенша. Мимо. Попадает Валенша. Камоша отвечает. Кэрлинч. Мимо. Мимо. Точно Хант. Восьмин. И третий раунд за чемпионом. 29-28. Хант реагирует.
shit. You are in control of this fight, man. Don't get careless out there, right? Just keep boxing smart. Don't look for just big punches. Аурлиц, отвечаем себе, кого же делал 327. Это становится очень интересным. А у нас четвертый раунд. Кэлинч. Мимо. Лосмин. Мимо. Точен Хант. Мимо. Попадает Комошин. Мимо. Мимо. Точен Хант. Комошин отвечает. Лосмин. Точен Хант. Комошин отвечает. Мимо. Попадает Валенша. Снова Точен Хант. А, Пёвокот. Мимо. Попадает Валенша. Комошин помахивается. Мимо. И четвертый раунд. Таз за чемпионом. 39-37. Хант впереди. Перед финальным раундом. И у нас заключительный раунд. Точен Крылыш. Мимо. Точен Комошин. Хант отвечает. Лосмин. Неплохо. Точно чемпион. Кэрлинч. Мимо. Лосмин. Мимо. Мимо. Попадает Кэрлинч. Лосмин. Точен Комошин. Неплохо. Попадает претендент. Чемпион помахивается. Мимо. Снова Точен Крылыш. Лосмин. Мимо. Попадает Комошин. Попадает Крылыш и подключен чемпион Кэрлинч. Мимо. Попадает снова претендент 48-47 Хант.
ждем судейского решения. Оба окровавлены. Оба в гематомах. И победу с резким решением одерживает крышка МОЗ. Шелок 8, Шелок 7 и 2 же Шелок 9, Шелок 6. Хантер это 4 раунд и 1 судья 1 раунд. Что ж, давайте обратимся к статистике. Хантер 107 ударов из 281. Камос 105 из 223. Нокдаунов не было. У Валенс 36 из 127 в голову, 71 из 144 в корпус и силовых 46 из 139. У Крыс 40 из 100 в голову, 65 из 124 в корпус и силовых 27 из 67 по раундам. Первый 20-17, силовые 7-4. Второй 17-19, силовые 9-4. Третий 27-27, силовые 13-6. Четвертый 21-13, силовые 8-6. И пятый 22-29, силовые 9-7. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.